Так, дорогие друзья, помолвочное кольцо. Язык не поворачивается, это и не русское слово, но именно этот перевод я нашел и в Ютубе, вернее, в Гугле. Поэтому, как бы, наверное, так оно называется. Вообще, кольцо для помолвки, вот так будет по-русски. Итак, мы с вами сейчас сделаем коробочку для этого кольца. Но сначала должны сделать подушку. Переводим его туда. Говорим S по Z и сплющиваем. Вот такая у нас будет подушка. Переходим в объект Edit Mode. Выделяем. Говорим I. Так. Теперь поднимаем ее чуть-чуть. Ой, это много. Чуть-чуть поднимаем. Z. Нет, G по Z. Вот так. Вот так поняли, достаточно. Так, теперь вот здесь нам надо сделать такую щель, в которую будет вставляться кольцо. Поэтому вот так. Раз, сюда чуть-чуть. Отлично, сверху давайте посмотрим, это девятка у нас. Так, девятка. А в чем дело-то? Семерка? Ну, пускай будет семерка. Так, и здесь еще одна, Ctrl-R. Вот. Так. Ну, так она слишком большая, поэтому мы ее разрежем еще, Ctrl-R. Вот. Так сделаем. Угу. И здесь Ctrl-R. Вот так. Так где-то. А заодно пройдем еще и здесь. Вот тут Ctrl-R. Подвинем сюда. Потому что при скруглении оно нам будет держать эти ребра. Сейчас вы поймете, в чем дело. Ctrl-R. Вот так. Есть. После этого мы можем спокойно пойти сюда, сказать, что нам надо солид. Солид. Ну, вот такой солид пускай будет. Только что мы сделаем на 3, наверное. На 3 у нас компьютер хватит, поддержит это дело. Так, и вот здесь мы сейчас выделим эту штуку и опустим ее вниз. Раз это. Не так. Е. Вниз. Вот. Ну, так будет правильно. Подушечка с щелью, куда вставляется кольцо. Прекрасно. Так, пусть пока так будет. Мы ничего здесь не будем делать. Потом, конечно, можем засмузить все, что угодно. Но пока нам достаточно вот этого. Теперь мы выбираем ребра. Подождите, ребята. Вот эти ребра. Говорим Shift-D. Поднимаем ее немножко по оси Z. Вот так. И P. Мы разделяем его селекцию. Все. Вот. Теперь у нас это отдельно. Отлично. Далее мы начинаем с вами работать в плане Edit Mode. Вот так. И говорим E и тянем. По Z. Вот так вытянули. Давайте смотреть с этой стороны. Вот так, да? Я даже побольше вытянул. Так. Так. Далее еще раз. Е. Так. И. Стоп. Позад. И S. S позволит нам создать такой вот. Кругленькую форму.
Далее площадку делаем Е. Еще раз позаду. Так. Теперь еще раз Е. Это уже дно будет. И С. Так. Ну а далее делаем эту подушку. Просто закроем с помощью F. И все. Готово. Включаем подушку. Опускаем ее вот сюда. Так, ну-ка. Объект мут. Идем звучку и опускаем. Так. Ну-ка. Позаду. Так, как бы опускаем. Я такой, чтобы здесь, ну, провел бы еще парочку контрольчиков. Так. Рассуди, не ори. Ctrl-R. Так. И здесь тоже Ctrl-R. Придал бы более такую хорошую форму. Все. Чудесно. Единственное, что мы же видим, что нам надо Solid применить. Пойдем в объект, выделим. Солидности добавим, короче. И у нас вот. И тут мы можем уже добавлять, как мы хотим, или внутрь, или во внешнюю сторону. Я сделаю вовнутрь. Наверное, будет правильно сделать вовнутрь. Вот так. Ну что ж, чудненько, да, готово. Идем дальше. Так, и если мы довольны этим результатом, то в принципе можем включить теперь Play. Smooth. Здесь то же самое. Кроме солидности мы добавим теперь еще Subdivide Surface. Он нам сгладит немножко. Вот так. И скажем Smooth. Все, готово. Далее мы берем, можно сказать, apply, все отлично. И Shift A. Ой, нет. Shift D. И ставим ее вот сюда по Y, да? Давайте сбоку посмотрим. Вот так, да. Ну и теперь ее надо как бы немножечко rotation ей сделать. Пускаем Object Set Origin Geometry. Вот так она. Где позаду? Вот так. И теперь развернем R. И... ну да, ладно. Вот так. Вот. Правильно мы сделали? Да, мы сделали все правильно. Все сделали хорошо. Мы молодцы. Чтобы нам еще такого сделать, сейчас подумаем. Так, ну а теперь мы можем поставить сюда колечко, то есть append. Вот они мои Blender, то есть я зашел так вот сюда в объект.
Ты, секундочку, я нашел свое колечко, допустим, да, где наше колечко? Последнее мы его делали. Вот оно. Так. Открываю его, захожу в объекты, выбираю объекты и говорю открыть. Все, вот оно наше кольцо, мы его поворачиваем. Это будет rotation Z по 90. Все. И уменьшаем S. Так. Поднимаем, наверное, G по Z вот так. Ну все, теперь работаем уже с кое-что. Теперь работаем с этим кольцом. Так, во-первых, сразу же вот эти все вещи, где у нас есть play, надо закончить эти дела. Play. Далее лифт, свет удаляем, не нужен нам. Так, желательно назвать это кольцо само. Кольцо, да? Кольцо это кристалл один. Это нет, это был не кристалл один. Это было крепление. Крепление, так. Это цилиндры, понятно. Кристалл один. Крышка. Крышка верхняя. Вообще их надо соединить, да и все. Зачем мне разделять крышка? Вот это вот с этим. Где так? Это вот с этим объект join. Все. Вот это вот коробка. Оп. Что-то не то сделал. Что-то так, пока это. Да, это. Подушка, подушка. Так. Это вся коллекция, кольцо, крепление, кристаллы. Это Добби. Кристалл, кольцо. Так, это кристалл один. Вот этот большой кристалл, а крышка одна. Вот эта крышка 2, да, вот эти надо было соединить. Крышка, вот так. Крышка 2. Крышка вниз. Так, это... Нет. Крышка вниз, крышка вверх. Они одинаковые, алюминиевые будут, и поэтому я хочу соединить объекты и сказать join. Все. Легче будет разбираться. Так, мы подготовили. Теперь говорим нам сохранить. Во-первых, это у нас будет помолвка, назовем помолвка. Это Blender. Файлы соединятся. А нам еще нужно экспортировать это как OBG. OBG тоже помолвка будет. Экспорт. Вот тут мы поставим. Мне кажется, надо было еще кое-что сделать. Секунду. Экспорт еще раз. Мне кажется, еще вот эту надо поставить сюда.
Ну все, в следующем видео пойдем в кейшот.